вначале было слово, а после было дело. Вначале был приказ, а следом бой. Вначале было слово, и в трубке прохрипела высотку. Удержать любой ценой. Любой ценой значит лишь так и не иначе. Что за цена, не нужно объяснять. Вначале было слово, и Бог теперь назначит, кому на смерть за родину стоять. Ну вот и танки в поле, и тут мне стало страшно, ведь жизнь кончалась этой высотой. Но только вдруг я понял, что жизнь не так уж важна, а важно то, что сзади за тобой. А сзади берег Волги, жена и сын Андрейка, и мать с отцом стояли у крыльца. Был бой не очень долгим, что танком трехлинейка и семь гранат на 23 бойца. Ах, сколько нас тем летом осталось на высотках, собой прикрывших родину свою. Но нам уже об этом никто не скажет в сводках, ведь мы погибли в первом же бою. Еще Гастелло Коля не поднял самолета, и пропасть отделяла от весны. Еще не лег матросов на жало пулемета. Была среда, четвертый день войны.